Всем привет! Сегодня я вам покажу подъем гантелей на бицепс. Значит, первую вещь, посмотрим лопатки и плечи. Плечи не должны стоять вот так вперед, а должны стоять назад. Профило. Не вот так стоим, а держим лопатки вместе. Второе, с локтями каждый раз не пойдем вперед, а локтя стоят рядом с телом. Вот сюда, вверх. Третье, внизу сделаем вдох, вверх, выдох. Отпускаем. В течение целого упражнения пресс постоянно твердый. Зафиксируем пресс, зафиксируем лопатки вместе.